Краткое содержание повести о капитане Копейкине Николая Гоголя. Если в двух словах, то повесть о капитане Копейкине Гоголя является вставным эпизодом в поэме «Мертвые души». Стоит отметить, что данная повесть не связана с основной сюжетной линией поэмы и является самостоятельным произведением, благодаря которому автору удалось раскрыть бездушность бюрократического аппарата. А теперь немного подробнее. Городские чиновники собираются в доме губернатора, чтобы на совещании решить, кем же на самом деле является Чичиков и для чего ему нужны мертвые души. Почмейстер выдвигает интересную гипотезу, согласно которой Чичиков никто иной, как капитан Копейкин, и принимается за увлекательный рассказ об этом человеке. Капитану Копейкину довелось участвовать в кампании 1812 года, и в одном из сражений ему оторвало руку и ногу. Он прекрасно осознает, что нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая, а остаться на иждивении старика отца тоже невозможно. Тот сам едва сводит концы с концами. Искалеченный солдат решает отправиться в Петербург, чтобы хлопотать по начальству, не будет ли какого вспоможения. Город на Неве впечатляет Копейкина до глубины души, своей красотой. Но снимать угол в столице очень дорого, и он понимает, что заживаться нечего. Солдат узнает, что высшего начальства нет теперь в столице, и нужно обратиться за помощью к временной комиссии. В прекрасном особняке, где начальство принимает просителей, собирается много народу, как бобов на тарелке. Прождав 4 часа, Копейкин наконец получает возможность поведать о своей беде генерал-аншефу. Тот видит, что человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру, и предлагает явиться спустя несколько дней. Радости Копейкина нет предела, ну, думает, дело сделано. В приподнятом настроении он идет пообедать и выпить рюмку водки, а вечером направляется в театр, одним словом, кутнул на всю лопатку. Спустя несколько дней солдат вновь приходит к начальнику в комиссию. Он напоминает о своем прошении, но тот не может решить его вопрос без разрешения высшего начальства. Необходимо дождаться приезда господина министра из-за границы, поскольку только тогда комиссия получит четкие указания относительно раненых на войне. Начальник дает немного денег солдату, чтобы тот мог продержаться в столице. Но тот рассчитывал не на такую мизерную сумму. Копейкин выходит из ведомства в подавленном настроении, чувствуя себя как пудель, которого повар облил водой. Деньги у него на исходе, жить не на что. А соблазнов в большом городе невероятное множество. Каждый раз, проходя мимо модного ресторана или лавки с деликатесами, он испытывает сильнейшее мучение. Слюнки текут, а он жди. От горькой безысходности приходит Копейкин в комиссию в третий раз. Он настойчиво требует решения своего вопроса, на что генерал советует дожидаться приезда министра. Разъяренный Копейкин поднимает в ведомстве настоящий бунт, и начальник вынужден прибегнуть относительно, так сказать, к мерам строгости. Солдата отправляют на место жительства. В сопровождении фельдъегеря Копейкина увозят в неизвестном направлении. По дороге несчастный калека размышляет о том, как раздобыть себе на кусок хлеба, раз государю и отечеству он более не нужен. Вести о капитане Копейкине могли бы кануть в лету, если бы спустя 2 месяца в округе не поползли слухи о появлении разбойничьей шайки, атаманом которой стал главный герой. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.